Всем привет, с вами Аргакон, и это у нас продолжение игры за США в Виктории. Сейчас мы загрузимся и продолжим осваивать наши военные превосходства. Так, у нас 19 тысяч мало, и нам все должны. Флотилию можно как-то выбрать всех. Альтом вроде выделяется. Да, нет, это армии выделились. Может, контролом? О, точно, хотя... Нет, контролом не выделяется, ладно. Значит, давайте play нажмем и начнем. Должны державы Люксембург. Так, Люксембург, а те, чё все банкроты становятся? Так, ребят... Куда вас? Давайте вот сюда все соединить. Объединить, отлично. Кораблики объединились, 29 кораблей. Маловато. Значит, плывите вот сюда. Нифига ж тебе строительство провинции, железных дорог. Шикарно. Формирование бригад каких-то идет, строительство кораблей. Еще один фрегат, что ли, будет? Национальный приоритет. Нью-Йорк. Так, Нью-Йорк, давайте. Это что у нас? Включить или выключить сбор в этой провинции? Он включен. А где у нас Нью-Йорк? Я потерял Нью-Йорк. Вот он, да? Да. Я так и не узнал, как строить дополнительные фабрики. Ну, вроде бы не узнал. Или узнал. Я не помню. Так, корабли выделяем. 21 единицу, да? 22. Мне нужно как можно больше, ребят. Объединять. Так, 22 человека, да? Погрузи. Всех погрузил, серьезно? Еще может влезть? 14 из 22. 14 это 24. Прикольно. Погрузи. Нет, ну... Урон, да. Война между Бразилией и Аргентиной. Победа. Мы победили 6000 солдат державы по-русской. Нет, американское исследование завершено. Профессионализм в армии. Так... Ладно, я думаю, 40 тысяч солдат это хватит, учитывая, что еще надо защиту поставить. Все, а мы пока поплывем куда? Мы в Пруссию поплывем. Где у нас Пруссия? И я не выбрал тех, кого надо, блин. Корабль выбери. И плывите в Пруссию. Пруссия у нас... Мы можем тут где-то высадиться. Так, давайте просто пока что плыть сюда. А там решим, где высадиться и как захватить. Хорошо, ты вот сюда лучше плывите. Я решил вот тут атаковать. Так, будущее экономики. Экономику мне нужно, я не помню какую, но не свободную, не рыночную. Так, решительно взяться свободный рынок, плановая экономика. Так, сейчас, секундочку, я загуглю, а то я подзабыл, какую экономику мне надо развивать, чтобы строить фабрики. Да, блин, на английском пиши. Вот. Пока грузится, мы будем ждать. Фабрики. Давай, грузи быстрее интернет. Так, промышленность, так. Экономическая политика правящей партии должна быть госкапитализм или плановая экономика. Так, государственный капитализм, либо же плановая экономика.
Чё больше? А, они на равных, да? Блин, я не знаю, чем они отличаются. Я не настолько знаю. Хотя, что мне мешает прямо сейчас загуглить? Политико-экономический термин. Это я и так знаю, что это политико-экономический термин. Общественный строй. Так. Короче, я в это вникать сейчас не буду, это долго. Поэтому давайте плановую экономику, я с ней более лучше знаком, поэтому будем строить плановую экономику, высказываться. Пруссия меня не интересует, будущее экономики. Плановую экономику в Нью-Йорке, да. Белый мир, нет, я поражение только приму. Медноголовые, оставайтесь так. Новые граждане и право голоса. Так, гражданство. Свободе во всем всегда, да. Полное гражданство. Во всем и всегда. Вот, мы почти прибыли. Любовь, война. Мы патриоты и готовы сражаться за свою войну. Шовинизм. Мы должны быть бдительны во внешней политике. Мы патриоты и готовы сражаться за свою страну. Ну, да, давайте вот это. 12 кораблей. Стоп, а это что, не Пруссия? Нет, это все Пруссия, вы что? Ну, а как? Вот. Предвыборные дебаты о религии. Опа, религия в то время была опасной штукой. Атеизм, нет, секуляция. Есть лишь одна истинная вера. Но я бы не сказал, что она не имеет отношения к политике. Религия такая штука, что... может даже... Короче, пусть люди верят во что хотят, это их дело. Так, одних сюда направьте. Вторых вот сюда. Или у меня только... Вот. Как высадить дополнительно войско? А? Боди, люди и оружие. Религия, так. Пусть люди верят во что хотят. Это их проблема. Мы проиграли. Как-то мы могли проиграть. Мы не проиграем, не надо мне тут. Державы, так, у нас начинают организовываться повстанцы. Движение за избирательные права. Поддержка повстанцев. Кто-то их поддерживает, прикольно. Стоит 3-1 очков, сделает движение более радикальным, плюс 10 в будущем. 73 тысячи человек, ладно, пусть растут. Пусть растут, так, 20. Я запутался. Где мои ребята? Вот этот тут полк. Транспорты, 22 транспорта. А где люди на них? Во! Конечно, американская торговая политика. Нашу торговлю следует оградить. Нет, свободная торговля. Все свободы торговли восторжествуют, да? Мы на торговле все делаем. Ага, нас разбили опять. Ну, раз нас разбили... Нет, мы подождем. Нет, надо... более сильную армию. Что у них надо будет сейчас глянуть и там уже решить. Двое горячо спорят. Предоставить полное гражданство, да?
Да, давайте полное гражданство предоставим. Так, это они, это мы, да? У них конница, пехота и артиллерия. У них артиллерия это вытащила. Ну, значит, пойдем сейчас артиллерию клепать, да? Так, стоп, 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 стоп. Сначала корабль наш отправь. Вот сюда вот. Вот эти ребята, объединитесь и подавите вот этих ребят. Так, реформы. Ничего менять не могу. Я вот это, кстати, не знаю. Решений новых нету. Новых держав выделить тоже не можем. Либералы. Так, теперь и новая правящая держава, республиканская партия. Так, окей, окей, подождем. Медноголовые оставайтесь. Так, мне нужно армию создавать. Шесть артиллерий. Без проблем. Шесть артиллерий. Так, шесть артиллерий. Плей. Запускаем антирабовладельческое общество. Запускай. По кораблям. У нас что по кораблям? Кораблями можем прям до хрена владеть. А вот с армией... Я бы не сказал, что все шикарно. Красавица Юга. За трудящихся Юга, да. Нет, за наших рыцарей. Аристократ. Или... Да, за трудящихся. Должники, Голштейн. Все банкротятся. Вот что за люди? Мы самые богатые. А должники банкротятся. Подземная железная дорога. Основывайся. Так, Нассау. Новые изобретения. Цены растут. Партии. Ничего нового и интересного. Все. Вас сейчас зажмем. Опа! Вы туда решили перейти. К Великобритании. Попросить проход. Не хотят. Улучшить отношения. Сейчас мы получим проход. Не переживайте. Так, стоп. Мексиканцы. С Мексикой у нас ничего пока что не надо делать. Нам надо ждать. Мне что-то другое хотел сделать, а что не помню. Фристеры пусть селятся где хотят, да. А может и нет, Канзас и Небраска. Так. Пофиг, пусть селятся где хотят. У меня денег? Хуй его тучу. Пандемия гриппа. Бороться с болезнью всеми силами, да. Боремся с болезнью всеми силами. Нью-Йорк. Производство. Проекты. Железная дорога. Производство. Инвестиции. Инвестировать некуда. Так, Вирджиния. Что мне нужно? Массачусетс. О, вино ж мы построили. Шикарно. Вино прям... Так вот, как мы начинаем выветываться. Так, Вагая. Пусть вот так вот будет. Так, Северная Каролина. Сталь тоже нужна. И бумажная фабрика. Куда же без нее? Так, все, плей, запускай. В Бостоне мы проиграли. Чё? Какой дебил? Где Бостон у нас? А, вот. Как они успели так быстро мигрировать? Девочка из провинции. Так, не повезло ей. Ну и ладно, не повезло и не повезло. 10,8, 9,8. Мы выиграли. Прикольно. Медноголовые, отстаньте. Так. А вот это вот так, серьезно. Сейчас мы их не 14 тысяч. Он останется в штате Пенсильвания. Хотел остаться, останется. Вот только я не вижу, где наш флот. Почему он не прибыл?
на место назначения. А где-то 4 флотилии я вижу. А где сражение? Первая эскадра. Вторая, четвертая. Чё? Нас потопили? Или мы еще не при... Нас потопили, серьезно? Да не. Мы куда-то ушли, а куда не знаю. Куда они идут? Пишется? Они куда-то туда идут. Пойдем вот сюда, значит, с ними. Если они сюда идут. Хотя зачем мне туда идти, когда мы тут останемся? 5.98. Создать армию. Гусары. Дисциплина, скорость. Или драгуны. Нет, ну атаку вот этих у кирасиров самая сильная. Значит, давайте их произведем. Т-30. Так, мне еще надо флот создать. Транспортный пароход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, три, шесть, семь. Почему семь? 8, 9, 10, вот. И парусные линкоры. 10 штук. Так, фрегаты? Да, и фрегата. 27. И еще 10 транспортников. И рейдеров 10 штук. Не знаю, зачем оставить их в покое. Рыцари кругового стола. Золотого круга так нет. Плей убери. Мне нужно железную дорогу. 100 тысяч у нас. Куда деньги девать? Аргентина. Все банкротятся. Чё за люди? А куда деньги девать? Давайте управление повысим до максимума. Образование повысим до максимума. Оборону повысим до максимума. Посмотрим, вытянем ли мы такой бюджет. Пока что не тянем. Пока что не тянем. И у нас идут убытки. А убытки это не есть хорошо. 102 тысячи. Так. Значит, повышаем до 99% налоги. У всех. Так, вытянем? Так тоже не вытянем. Надо что-то будет сделать. Социальная сфера. Что нам даст пособие по безработице, пенсии? А, ну там все равно нули. Управление. Управление. Давайте уменьшим до 75. 77 сойдет. Отлично. Железную дорогу. Так, мне надо армию растить. Дульнозарядные ружья, инженеры, так, тяжелое вооружение, военные планы, так, организация. Семь тысяч тута и семь тута. Военная академия, полевые учения, социальный статус, возможные изобретения. Давайте организацию. Нет. Атаку растить. Окей. Стоп. Назад. Где? Филадельфия. Так. Вот. Контрл-клик. Расширить. Клик. Контрл-клик или клик контрл-клик? Да. Контрл-клик. Округ Колумбия. Еще и морские базы в Вашингтоне будут растить. И в Нью-Йорке. Нет, все, 22 тысячи. Чутка понизить на доход на образование до 80%. Нет, все 70% оставь. И там, и тут. А мне нужны доходы.
А на армию 90%. Вот. 90% доходы хоть какие-то маленькие, но нужно сейчас получить. Влияние мобилизации. Так. Военная мощь. Создать армию. Создавай. Но генерал, адмирал, зачем мне это надо? Подземная железная дорога. Оставляй. Абсин, недавно статья в американской газете поразила их нацию. Так. Против Британии надо. Разговор о выходе из Союза. Для державы КША все провинции станут национальными. Опа, КША что ли появилась, да? Или что, нет, еще не появилось. Великобритания, да? Улучшает отношения. Мы получим доход на вашу территорию. Не удается колонизировать. Русская Северная Америка. Аляска. Ну и ладно. 22. Так, сколько у нас? У нас 10 военная мощь. Пожиратели. Это должно всегда положить конец всем о нашем своеобразном институте. Если речь была тихой, но несла в себе внутреннее пламя праведного гнева, направлено на всех и все, что он считал угрозой институту рабства. Пожиратели огня, радикальные агитаторы за рабство, появились в провинции роли. Все люди равны. Все люди равны, не надо мне тут. Абсолютно все. Теперь вы серьезно хотите проигрыш? Так давайте, объединяйтесь, ребят. Объедини и разбей вот этих. 15 тысяч их не. Отлично, дальше идем. Стоп, они тут еще? Мы вас разобьем, не переживайте. Цель бескрайних хлопковых полей. Агрессивность и сознательность уменьшится. Давайте развиваться внутренне. Пофиг на все. Просто внутренне все развивать. 4-8, оставить их в покое, да. Отлично, мы побеждаем. Одну за одной атаку. На своей территории воевать всегда проще. Отлично. Ждем теперь, пока у нас все построится. Корабли и прочая фигня. Армия. Железом и кровью. Не речами и постановлениями большинства решаются великие вопросы современности, а железом и кровью. Отто фон Бисмарк. Новые богатые залежи железной руды обнаружены в шахте в провинции Олбани. Руды богаты железом, но оно находится на опасной глубине. За пределами возможностей нашей добывающей промышленности. Мы могли бы попытаться добыть руду, но эта пытка будет стоить немало крови и человеческих жизней. Лучше забыть о подобных вещах. Угрызайтесь в землю глубоко и жадно. Горнодобыча. Давайте. Чё бы и нет, флот у нас по флоту производится. 44 корабля. Будем ждать, или это всего 44, или чё. Так, реакционеры, либералы, не пофиг на вас. Разговор... Так, а вот, производится, чё не производится. Мятежная погонь, отлично. Война между державами Османской империи и Египет, отлично. Испания расширяется. Так, листовки аболиционистов. Длинную так. Местные власти и имущие попробуем ограничить распространение. Нет. Открыть Нептун. Да блин. Конгресс США принял решение о создании Смитсонского института. Существует много неизвестного на Земле и на небесах. Отлично. Пауза стоит. Прусский астроном Иоганн Готфрид Гуали заявил планета Нептун.
На орбите уран замеченных так. Корабли. Флот, наш флот. Будет силен. Очень силен. Пригород Нью-Йорка, бейсбольный матч со счетом 1-23. Нью-Йорк 9. А, Нью-Йорк 9. Отлично. Победили. Вот, еще и доходы выросли. Шикарно. У нас есть дела поважнее, да. По максимуму вкладываемся во все подряд. Что-то как-то на изичих. Наверное, потому что мы выбрали великую державу. Они, он на пятом месте, мы же были на шестом месте. Серьезно? Американская интервенция в Бремени. Общая военная мощь 78, у нас 12. Шикарно. Какие доходы у нас. Но мы все равно как-то выживаем же. Проекты опять 5 штук. Да вообще пофиг. Мы сейчас быстро их добудем тут все подряд. 751, 800, так. Активность, наверное. Не нужны мне ваши крестоносцы, вы от вас толку нет. Так вот, опа, не все можно сразу уже давать. Но железная дорога, без железной дороги никуда не деться. Тридцать тысяч, так, отлично, тут в ноль. Так вот, новенькие пошли. Колония Пример, отстаньте. Колония мне сейчас не интересует. Так, теперь я вот заинтересовала. Борьба колонии Пример. Посол державы Франция. Борьба за колонии усиливается. Европейские державы стремятся к новым приобретениям в Африке и по всему миру. Государство Франция тоже неплохо справляется. Одна из французских колоний в последние годы стала одной из лучших европейских колоний. Она повысила престиж французской колониальной политики в Европе, а также способствовала развитию научных исследований. Точняк, Африка же свободна. Может и нам сюда? Сколько? Так, если уровень жизни равен как 30, минимум 35. Так, морская дистанция, надо поменьше. Нет, блин, мы не можем Африку колонизировать. Ну ладно. Стоп, а может вам объявить войну? У вас 46, а у нас 13. Нет, я не согласен. 13, почему у нас 13? Мобилизованы все резервы. Провести демобилизацию. Мы решили объявить о всеобщей демобилизации наших. Наши резервисты возвращаются домой. Так, подземная железная дорога. Так. Убыточные колонии. Не могу понять, почему правительство настаивает на тратить тысячи, если не миллионы фунтов каждый год. На империализм и проекты за границу, которые лишь обременяют наш бюджет. Нас не звали в колонии, и, по-моему, нам там не место. Робот против колонии все громче раздается в государстве США. Все больше и больше людей подвергают сомнению наши колониальные амбиции. Колонии представляются бременем, а не богатством. И сподвигнуть народ на освоение колоний становится трудней. Мы должны начать пропаганду о пользе колоний. Усталость от войны. Для любой провинции, такой, что не является колониальной, обойдутся у всех групп населения сознательно. Так. Усталость от войны увеличится. Нет, усталость от войны мне не нужна. Пусть лучше сознательность. Так, закон о беглых рабах. Принятие федерального закона о беглых рабах позволит возвращать рабов их хозяевам в рабовладельческих шахтах. Это хотя бы хоть на какое-то время успокоит опасения южан по поводу аболиционизма. Остинский манифест. Отношения... Опа. Предлагает аннексировать остров Куба и превратить его в рабов
рабовладельцы считают, что будут установить равновесие новых свободных штатов на Западе. Если мы поддержим манифест и острота вопроса о рабстве внутри страны, наша репутация великих европейских держав может значительно пострадать. Ну, блин. Вот это серьезно будет. Такое мы тоже не выдержим, поэтому давайте сначала вот это сделаем. А вот вторую фигню мы пока что не будем. А вторая сама по себе отпала. Порог необходимо искоренить. Какой порог? Куда? Зачем? Неважно. У нас есть корабли. Остальное подавно неважно. Так, корабли. 18 человек. Почему 18? А, блин. Проведи мобилизацию. Было в два раза больше же у нас. Как они попадают к нам? Я знаю, как они попадают, но вот мне надо будет закрыть Канаду, получается. Девять человек вместе с ними пойдут. 45 вот сюда. Плывите. Шестнадцать против восьми. Девять дополнительно идет. Листов тебе аболиционизмов. Бедные классы. Сознательность увеличится. Так, шикарно. И куда они? Они туда отступили. Сохранение. Это вовремя все. Не вовремя все это происходит. Открывай окно дипломатии. И попроси проход. Лучше отношения. Потом попроси проход. В чем проблема? 81, 12. Бороться с болезнью всеми силами, да. 18, 27. Вот откуда у нас войско-то берется. А я-то думал, откуда оставить их в покое. Да, оставляй, пофиг. Не будем бороться с ними. Будем бороться сами по себе. Ну, как раз вот эти вот резервы я сейчас и хочу отправить. 15 единиц может взять. Это 30 человек, да? Я думаю, вроде как 30. А у нас 37. Что не очень хорошо. Серьезно, все поместятся или не поместятся? Да, на себе. За рыцарей наших. 45, так, давайте. Отлично, один с кораблей мы уничтожили. Шикарно, еще и технологию исследовали. Организация теперь дульно зарешена фронта минус 2, крепость, максимальность окапывания. Нет, вот эту надо. У нас уже 48 год, да. Опа, доходы. Доходы упали сильно. 200 монет, блин. Опа, мы можем избирательные права менять и все прочую фигню. По 2 на базе на... Так, верхняя палата. Привлечение мигрантов плюс 2, выбор населения, да. На базе населения, так. И все что? А вот, избирательная система, права. Взвешивание всех, так. Который выступает за принятие. Так, политические партии, открытое голосование. По 2 от области. Каждая область выдвигается 2 по своей представителю. На базе населения. Да, давайте на базе населения. Это пока что единственное, что мне нужно было. Движение. Решение. Новые державы. Так, все ждем. Вас, ребята, мы сумеем забрать? Хотя бы часть. Мы всех сумели забрать, отлично. Стоп, а мы точно их забрали или нет? Я как-то не хочу терять солдат просто так.
Ну ладно, я думаю, что мы их взяли, поэтому поплыли в Пруссию. Посмотрим, что у нас по газете. Колония Пример, это я все помню. И кого-то там война, так. Все это неинтересно. Медноголовый, есть дела поважнее. Все, дадите мне проход. А? Великобритания. Попросить проход. Не примут, серьезно. Улучшить отношения, еще раз давай. Вот суки. Так, где наша Пруссия? Ждем Пруссию, красавица юга, за трудящихся. Подземная железная дорога, оставь. Оставь. Где мои? Вот они. Ребята мои, плывущие. Блин! У нас 7000 займов. Стоп, 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 стоп. Так, выплатить займ, займ, займ. Так, нет, 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 нет. На морской флот содержание уменьши. Как можно меньше, сделай. Флот нас слишком зажирать начал. Так. Отмени, отмени, отмени. Отмени, отмени. Вот, вот так вот сделай. Окей. Все, у нас так 100 кораблей, блин. Оставить их в покое. Всех оставляй в покое. Вот так вот останься. Есть кому выгружаться? Я знаю, что там есть кому выгружаться. Там 30 тысяч человек, вы чё? Как мне вас выгрузить? Вот, вот так вот как-то выгрузим. Как, не знаю, но мы выгрузим. Вот эти будут тут охранять. Мы пойдем вот сюда, чтобы нас сзади не зажали. И так мы уже, считай, уничтожим сразу. Так, часть уничтожили. Сейчас захватим. Да, все, все будет двигаться как надо. Остинский манифест. Нет, пока что он не нужен. Ждать надо, ждать. Вот, 10 тысяч, 10 тысяч. Выплачивайте заемы. Все полностью. 7 тысяч все. Все 7 тысяч выплати. Вот, отлично. Паузу поставь. Паузу поставь. И давайте на этом закончим. Нас опять разбили. Плывите домой, что поделать. Я надеюсь, они выживут, доплывут. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч, друзья. Наше сражение будет проиграно, но мы произведем очередную армию и будем жить. Также у нас вон есть законы всякие разные. Все, всем спасибо, всем удачи и до новых встреч. Есть чем заняться на следующих сериях. И война это очень сложная какая-то получилась. Но вот так как-то. Все, пока.